двигатель. Yeah. Я продать, я могу ее? Продать нужно. Ноль, нет, за ноль. Не удалось наебать. Ну то за низ было. Ну я не знаю, она мне в принципе не очень нравится. Просто жажда халявы. Ну да, да. Так-то знаю. Ну-ка, цвет можно поменять? Вот такой. Ну, в принципе, блядь, не знаю, она где-то уебаться. Ну да. В качестве халявы. Даже не буду прокачивать. А продать-то можно? Да можно, за ноль. А, за ноль, блин, говно. Подожди, давай тогда попробую купить еще эту пивку, раз уж халява такая пошла. Или пусть будет, да? Ну да. Все что-то тут есть, по-моему? Нет, только Маршал. Бигфут. Ну что, Маршал влезет в гараж? Да, с флажками они, конечно, весело сделали. Или можно будет его потом просто покрасить. Ой, нас сейчас надо в пассивный режим перейти. Ну, тут включился этот событие. Типа убить как можно больше людей на машине, проезжая мимо. Сейчас замочат, если мы. Хотят мало людей вроде, да? Да, мало. Говорит, позвоните агенту Пегасу, чтобы он доставил транс. Необычно. Чудесно, машина ждет его на ближайшей станции, блять, что за хуйня? Интересно, ну-ка. Сука! Еще один, блядь. Ёпты! А ты в машине со мной, нет? Да. Я на карте, ты видишь, как на карте метку кнопку? Не, метку а, я не вижу. Она где-то около кинотеатра стоит. Кинотеатр? Да. А. О! О! Ой, ну ладно. Так, ладно, я перейду обратно в активный режим. Блин, забавно, конечно. Сейчас, подожди, я скриншотики делаю. Сейчас, подожди, 5 секунд. 5 секунд, сейчас. Давай, давай. Скриншотик. Сейчас. Блин, тетка пройдет, сейчас мешает. Слышь. Все, нормально, сделал селфи.